означает обмен болью, добром, да, такое приветствие. И сегодня мы с вами отправляемся на Гавайи. Обратите внимание, сколько сегодня мы с вами экономим на одних только авиабилетах. Потому что Гавайи пришли к нам. А сегодня виртуальное путешествие на Гавайи для нас проведут Александра Скотиенко и Карима Сабурова. А Александра – психолог, сотрудница Института консультирования системных решений и специалист по гавайскому массажу Ломи-Ломи-Ной. Это очень интересный массаж, который делается от сердца к сердцу. Древняя традиция, которая корнями уходит в шаманский прах. А танцы нам сегодня представят Карина Сабурова, ведущая танцев всеобщего мира, мастер массажа Ломи-Ломи-Ной и преподаватель гавайских танцев. Передаю вам слово. Спасибо. Алоха! Алоха! Да. Традиционное приветствие. И мы хотели начать нашу встречу с танца. Танцы на Гавайях называются хула. Это древняя традиция, и большинство легенд, они на Гавайях не записаны, а их запоминают через танец. И я хочу вас познакомить с первым танцем. Он более современный, посвящен знаменитому заливу Pearl Harbor. И гавайцы просто боготворят землю, благодарят, любят ее бесконечно. И Pearl – это залив, где доставали драгоценные жемчужины. Поэтому, чтобы достать жемчужины, нужно не бояться акул и нырнуть глубоко. Вот, там растут пальмы, да, это вот в жестах пальмы, которые кормят, дают дары, да, жителям Гавайев. Там есть волны высокие для серфинга, и ветер наполняет паруса для того, чтобы могли лодки плавать. И вообще танец называется «Пробуждение земли». Там есть места, в общем-то, на Гавайях есть на горе место, куда допускались жены вождей для того, чтобы дать жизнь новым вождям. Да, туда вот приходили рожать будущих вождей. И это место было сакральным, его не могли посетить простые люди. Вот. Ну, я считаю, что у каждого народа есть священные места. У каждого народа есть щедрые деревья, которые нас кормят, и воды, которые питают. Поэтому вот я вас знакомлю с гавайским танцем «Пробуждение земли», а вы, пожалуйста, фантазируйте, может быть, в вашем сердце есть место такое же священное. Кстати говоря, я тоже, это танец про заземление, поэтому можно подвигаться вместе с Каримой и для начала нашего эфира как раз сначала хорошенько заземлиться. Готовы? Не слышу, тихо. Yeah, let me open the door.
Спасибо, Карима. Нас впереди ждут еще танцы. Раскрою вам секрет. Сейчас хочется поговорить о массаже ломи-ломи-нуи. Вот что это за древний гавайский массаж, чем он отличается от остальных многочисленных видов массажа и что значит это название? Ломи-ломи-нуи, там нет ничего загадочного в названии, это значит разминать, выдавливать. Это когда мы работаем с телом, как раз-таки выдавливаем напряжение, всякие разные негативные эмоции и то, что кроется в теле, того, с чем как раз можно работать. И действительно, это древняя гавайская практика, потому что еще можно даже так сказать, что это шаманская практика, потому что еще шаманы на Гавайях делали эту практику людям, которые приходили к ним в момент принятия каких-то важных решений, переходов, и делали сначала это, такой массаж каким-то значимым людям, например, там вождь, который должен был вступить в правление племенем. И, в общем-то, сейчас, в данный момент, слава богу, к нам эта практика пришла благодаря тому, что мир стал более открытым и передаются знания. И большая благодарность тому, что сейчас у нас есть возможность знать, что такое ломи-ломи-нуи, и делать это для своих клиентов. В общем, это здорово. Это массаж, который делается вот в особом потоковом состоянии. Что это за состояние, что за поток, и вот как специалист настраивается на него? Ну, да, действительно, здесь речь идет о том, что когда к нам приходит человек, у нас нет намерения что-то сделать для него, то, что мы считаем правильным. Да? И когда человек приходит, то мы спрашиваем его о том, что для него сейчас важно, что ему хотелось бы изменить в своей жизни, что хотелось бы отпустить. Может быть, у него есть какой-то запрос или мечта. И дальше мы говорим про то, что сейчас мы обращаемся к его высшему «Я», и приглашаем для него ту энергию, которая нужна сейчас, в данный момент, для решения этого вопроса. И даже если, например, человек не знает, что ему, ну, то есть что для него сейчас важно, какой у него запрос, то можно просто открыться пространству и попросить, чтобы сейчас произошло то, что должно произойти наилучшим образом. И мастер, который делает ломи, в этот момент говорит, что «а я прошу свое высшее я быть проводником этой энергии». И действительно, в этот момент, когда я стою около стола, я чувствую, как через меня проходит энергия, у меня начинают вибрации появляться в теле, и я закрываю глаза
я определенным образом работаю со своим дыханием, со своим телом. Ну, можно сказать, это легкий транс. И только после того, как вот это произошло, когда я чувствую, что эта энергия пошла, я после этого прикасаюсь к телу человека. И в момент, когда я с ним работаю, да, там есть определенные техники, которые нужно обязательно сделать, но тем не менее есть пространство для того, чтобы это исцеление приходило к человеку через меня. То есть я дальше уже мастер просто идет за процессом, который есть. Как говорил один из наших учителей, Юлиан Рок, и, кстати говоря, сегодня, наверное, стоит сказать о том, что вчера мы получили известие о том, что он ушел, вот поэтому почтим его тут тоже память, вспомним его как учителя. Спасибо ему большое, потому что ну, то, что он приезжал много раз в Россию, передавал это знание. Этот учитель был с большой буквы. Вот. И он как раз говорил о том, что режиссером является человек, который лежит на столе. Произойдет здесь то, что должно произойти для него. И поэтому как раз-таки для мастера Ломи важно поддерживать, ну, скажем так, какую-то чистоту своих там мыслей, своих намерений, да, и действительно быть в нейтральном состоянии. То есть учиться быть в нейтральном состоянии. И ну, после того, как я пошла учиться на телесную терапию, я здесь ну, действительно много еще аспектов разных увидела, как, например, там в Хакоме, да, методе, когда мы говорим о том, с каким состоянием мы работаем с человеком, с нашим клиентом. Здесь вот ну, ровно то же самое, очень похоже. Помогает войти в это правильное потоковое состояние и быть просто проводником, так сказать, архетип Божья дудка, да, быть просто проводником каких-то энергий, сил бессознательного. Ну, я не хочу сейчас здесь как-то мистический аспект, да, под это дело подводить, но просто с психологической точки зрения это вот такие бессознательные силы и есть резонанс между двумя людьми. Вот что помогает специалисту массажа Ломи-Ломи-Нуи быть вот в таком правильном резонансном состоянии? Ну, на самом деле, я подозреваю, что, наверное, на Гавайях там у шаманов были свои какие-то практики. Я могу поделиться ну, то, что я делаю для себя. Ну, ваш лайфхак. Да, мой лайфхак. Конечно, как нас учили наши учителя, это работа с собой, со своим телом. Это работа с блоками и зажимами, которые есть в нашем теле, потому что если наше тело мастера напряжено, да, то, скорее всего, он не почувствует напряжение в теле человека. И от тела откликается на тело, да, и тогда ну, вряд ли что-то получится сделать с тем, что сейчас нужно для человека. Поэтому это работа со своим телом, тоже работа со своим внутренним миром, да, и это, конечно, такой навык медитации, наблюдения, да, и просто наблюдение, не отождествляться с тем, что происходит. И тоже, как говорил один из моих учителей, не погружаться в эмоциональный суп человека, который здесь рядом с тобой находится. Ну, конечно, для меня, например, это там моя личная терапия, моя осознанность про то, что со мной происходит, да, и когда я работаю с клиентом, то, конечно, я задаю себе вопрос, а что сейчас я чувствую, и то, что ко мне приходит в голову, это сейчас, ну, что нужно вот что-то там вот здесь вот поделать, это я хочу, чтобы мне такое сделали, это я хочу с собой поработать, или все-таки это потребность того человека, который лежит здесь передо мной на столе, и поэтому я ну, все-таки стремлюсь к тому, чтобы соблюдать такую ну, какую-то нейтральность, эту частоту процесса, и хожу на супервизию с тем, чтобы мне себя получше знать и не привмешивать свое. Ну, то есть вот мой лайфхак и моя задача, я именно так вот ее вижу. Да, гавайская практика массажа – это не только телесная практика, это практика еще энергетическая и психологическая, и он имеет очень большой трансформационный эффект. И я хочу поделиться историей своей жизни, абсолютно реальной. Она произошла больше 10 лет назад. Я тогда впервые познакомилась с этим волшебным массажем. Я приехала к мастеру массажа, она живет в загородном доме, она делала мне массаж и потом пригласила на кухню попить чай. И я пошла по коридору, и я увидела, что мне навстречу идет девушка. Я вежливо поздоровалась, сделала шаг в сторону, она в ту же сторону, я в другую сторону, в ту же сторону, и я чуть не врезалась в зеркало.
То есть я не узнала себя в зеркале, я была в таком сильно измененном состоянии сознания, и для меня это вот правда про, как, про какую-то большую перемену, которая может благодаря этому массажу произойти. Да, это так и есть, действительно, что часто человек, когда смотрит на себя в зеркало, он себя не, ну, не узнает, и он видит там какого-то другого человека, чем тот, который пришел на массаж. На самом деле на Гавайях перед тем, как человек, ну, человек начинает делать этот массаж, его спрашивают, а готов ли ты умереть, чтобы родиться заново? И человек тогда отвечает, готов он, ну или не готов. У каждого здесь может быть свой процесс. Потому что действительно это очень мощная трансформация. После этого человек уже просто становится другим. Таким, каким он был, ну, его больше нет. Ну, в принципе, в нашей жизни каждая встреча, каждый какой-то новый опыт делает нас другими. Поэтому, ну, в этом, наверное, нет ничего мистического. Это так и есть. То, что касается того, что гавайский массаж ламиломино, это энергетическая такая практика, это так и есть. Потому что мы часто вообще, живя и не осознавая свое тело, просто перестаем, ну, чувствовать этот поток энергии. И мы не чувствуем, где там у нас уже он заблокирован, где энергия течет не так свободно. И когда мы работаем с телом человека, мы прикасаемся, и мы даем внимание туда, те места, к которым мы прикасаемся. Поскольку качество контакта таково в гавайском массаже, что мы чувствуем каждую клеточку. Ну, то есть мы работаем со всем телом, довольно глубоко и мягко, слой за слоем, убирая вот эти напряжения, убирая блоки потихонечку. И таким образом, что внимание человека, оно само обращается внутрь себя, и происходит тогда вот этот вот как раз процесс течения энергии, освобождения от этих каких-то там старых завалов. И как будто бы тело начинает петь и вибрировать, то есть каждая клеточка становится живой. То, что касается работы с душой, с психикой. Вот я тут недавно, девушка ко мне пришла на сессию впервые. Ну, это очень трогательно для меня, когда человек пришел впервые, а иногда приходят люди, которые вообще массаж практически никогда не делали, никакой. И в этот момент как будто бы каждый раз для себя заново открываешь то, что происходит. А эта девушка, она делает иногда себе массаж, там сама своим телом занимается. И после сессии она меня спросила, а что со мной было? Чем этот массаж отличается от других массажей? Что такого вы со мной делали, что я сейчас вот так себя чувствую? И отвечая, в общем-то, ей на этот вопрос, я кое-что для себя тоже поняла того, что, о чем раньше я, может быть, только догадывалась, но когда я это проговаривала, я прям ясно увидела, что происходит. Получается, что когда человек приходит, ложится на стол, всегда, ну, как правило, есть такое некое волнение, что сейчас произойдет. И вот в этот момент происходит такое, что он доверяется, через это волнение проходит, и он говорит «да». И когда он уже лег на стол, он находится в этом принятии того, что сейчас что-то с ним будет происходить, да, и в доверии ко мне. И он лежит на столе, ну, как правило, мы делаем ломи, человек накрыт только парео, на нем нет одежды, там парео мы просто убираем, там с каких-то частей тела делаем в этот момент массаж. Вот он лежит на столе и в таком, ну, очень глубинном соединении с собой, потому что он сказал да мне, моим рукам, там, этому изменению. И в этот момент открывается пространство принятия. Вот именно как раз для меня вот это вот такой момент схожести с какими-то методом, да, когда получается, вот он видит, что он принят такой, какой он есть. Неважно, там тело его расслаблено или напряжено, там какой у него где есть прыщик. Вот он лег и сказал «да». И в этот момент как раз вот открывается это пространство принятия этого человека такого, каким он есть. И как раз в этот момент происходит контакт его со своей самостью, вот со своей сутью, может быть, с какими-то своими там детскими ранними частями. И получается, что вот как раз это-то и целительно, потому что мы в обычной жизни не часто контактируем с этой внутренней своей частью, да, мы как-то вовне там предъявляем свои маски, какие-то там социальные роли, защиты. И, ну, да, конечно, совсем не обязательно, что после сессии человек выйдет совсем уже там без масок и защит, но тем не менее на какое-то время он видит это состояние вот это вот, и он начинает сам к этому стремиться, он начинает что-то делать, чтобы дальше вот это происходило. Ну вот я сейчас как раз в осознании этого процесса нахожусь, для меня прям это очень важно, вот у нее был этот вопрос, я очень ей благодарна за него.
Да. Здорово. Спасибо большое, Александра. И давайте мы посмотрим снова на гавайский танец. Пригласим Карину. Попробуйте, пожалуйста, со своего компьютера включить музыку. Угу. Хорошо, сейчас мы включим. Да, Карима сейчас расскажет сначала. Я пока что поищу музыку. У нас второй должен быть вот этот, да? Угу, Капеллино. Да, вот следующий танец, он называется «Встреча». Да, и на самом деле в нем рассказывается про любовь. Потому что в первой части рассказывается, что существует богиня любви. И каждый вечер на крыльях большой птицы она спускается на землю. Солнце в это время уже в закате. И она поет прекрасные песни. А во второй части рассказывается о том, что сын вождя влюбился в эту богиню и захотел обязательно ее увидеть, встретить. Хотя его там отговаривали, говорили, что у тебя нет никакой надежды с ней увидеться. Но он все равно отправился в путешествие, он долго высматривал ее. Надеюсь, вы догадаетесь. Он поднимался высоко в горы. И когда уже совсем надежда его покинула, вдруг пришла она, сама любовь, и спустилась на крыльях большой птицы. И вот припев после каждого там, ну, куплета, он говорит о том, что следуй за своим сердцем. И если ты его слышишь, чувствуешь, то сердце тебя поможет найти свою мечту, оно приведет к исполнению желаний. И поэтому вот сердце, да, следуй за ним, да, и твоя мечта осуществится, да. Вот на самом деле вот этот жест, он означает любовь, да, к чему мы стремимся всегда по жизни, к любви, да, и вот главное не терять связь со своим сердцем. Вот этот танец об этом.
Спасибо, Карима, прекрасный танец. Спасибо большое за этот танец. Очень красиво. У нас, оказывается, была техническая помеха во время первого танца. Вот, мы приносим извинения нашим зрителям. У нас ведется еще другая запись, в которой первый танец записался полностью, и вы потом сможете посмотреть его на YouTube-канале, кто вот именно в прямой трансляции не смог первый танец посмотреть. Вот. А сейчас хочется еще немножечко поговорить вот про сам массаж. Вот можно массаж делать на намерение. А что это может быть за намерение? Вот, и, соответственно, какие ограничения? Да? Какое намерение этот массаж делать нельзя? Я начну сразу, наверное, с второй части этого вопроса по поводу того, какое намерение делать нельзя. Я про это не задумывалась никогда. Вы прямо, Ирина, сейчас в очередной раз расширяете мои горизонты. Я надеюсь, что что-нибудь такое, что может повредить людям и миру, делать нельзя, потому что оно не сработает. Очень хочется в это верить. А то, что касается того, что массаж делается на намерение какое-то, действительно, если у человека есть запрос, иногда бывает такое, что человек хочет там чего-нибудь в жизни, и никак у него это не получается. Как будто бы есть что-то такое, ну, что блокирует, да, это. Потому что мы часто идем по такой какой-то наезженной колее и не видим каких-то других вариантов. И как раз когда человек приходит на массаж, то поскольку это такая, в том числе, шаманская и трансовая медитативная техника, и много очень прикосновений разных, то наш ум часто просто замолкает в этот момент и дает возможность человеку услышать, ну, свое бессознательное, своего внутреннего ребенка, свое высшее я, можно по-разному это назвать. Ну, то есть что-то такое глубинное и первозданное, которое как раз-таки может помочь дать ответ человеку и помочь достигнуть его, ну, того, чего он хочет, получить ответ на свой вопрос. Другое дело, что часто у меня бывает такое, что люди приходят с каким-то вопросом, запросом, и после сессии, или даже не сразу после сессии, через какое-то время происходит так, что, наоборот, от этой цели человека уводит куда-то в сторону. И, ну, как будто бы тогда в этот момент происходит то, что этот запрос был от головы и не совсем, ну, такой от чего-то, ну, так, от самости своей, скажем так, да. И тогда, действительно, поскольку человек с этим вопросом обращается внутрь себя, то его, ну, иногда бывает такое, что и как раз уводят от этой цели его, но через какое-то время становится понятно, что это была правильная дорога, что это не то, что было ему нужно. А запрос может быть любой и про отношения, про контакт с собой, там, и про какие-то финансовые там, сложности, ну, профессиональный рост, узнать про то, чтобы узнать, что ты хочешь, свое призвание. Ну, то есть это может быть любой запрос. Ответила я или что-то еще? Вот как понять, нужен мне сейчас этот гавайский массаж или не нужен? И как часто его можно делать? Ну, может, сегодня хочется одного, завтра другого, сегодня сделаю, завтра сделаю. Ну, понять, нужен гавайский массаж или вам или не нужен, можете только вы, потому что, ну, действительно,
вы несете ответственность за то, что в вашей жизни происходит. И если, например, у вас все гармонично, и ну, нет никакой необходимости, можно просто прийти на гавайский массаж для того, чтобы получить удовольствие, для того, чтобы еще глубже пойти там, внутрь себя, еще больше получить контакта с собой. Ну, то есть мне кажется, что это никогда не бывает лишним, такой контакт, это может быть какой-то просто еще один шаг. А через что человек к этому идет, ну, здесь, конечно, это полностью его выбор. То, что касается того, как часто нужно делать гавайский массаж, то поскольку это глубинный такой процесс, то его можно делать ну, не раньше, чем раз в неделю, не чаще, чем раз в неделю. И, как правило, ну, то есть люди, например, они иногда... Я видела хорошие очень эффекты у себя и у своих клиентов, когда они приходят, например, раз в неделю, в следующий раз в неделю, так месяц, например, раз в неделю, потом через неделю, потом раз в месяц, и немножко потом поддерживают себя, то есть когда они чувствуют, что у них есть необходимость, они приходят снова. И как раз, когда это не одна сессия, а такой цикл сессий, то можно работать глубинно с каким-то запросом там, телесным, духовным, эмоциональным, более глубоко. Вот, поэтому те люди, которые в этой практике, они знают, что они, ну, что они могут хотеть, что они могут ждать, и приходят ну, с такими более глубинными запросами уже. Александра, а вопрос вам как к мастеру. А вот что для вас самое сложное в работе, когда вы делаете лами-ламиной? А что самое ресурсное, наоборот? Самое ресурсное – это когда я вижу результат, когда человек открывает глаза. В конце сессии я же накрываю его парео, я закрываю его тело там по суставам, по центрам и ложусь на пол, жду, пока он откроет глаза, пока он начнет шевелиться. И в тот момент, когда человек поворачивается ко мне в поиске, где там я, нет, когда первый раз особенно куда я делась и видит там меня, я поднимаюсь, и этот контакт глаза в глаза, и когда я вижу эти глаза, полные ну, такого какой-то нежности, благодарности и контакта с собой, и такого какой-то трогательности. Для меня вот это, вот, наверное, является таким ресурсным состоянием. И, конечно, интересная вещь происходит в самом начале массажа, даже если, например, бывает такое, что я не очень, ну, бывает уставшая, там, в каком-то настроении своем, я просто это осознаю, что да, сейчас я так себя чувствую, но ко мне сейчас должен прийти человек на сессию. И меня всегда потрясает, и меня не устает это удивлять, не перестает это удивлять, когда я встаю к столу, та энергия, которая через меня проходит, она меняет мое состояние, и я уже не чувствую усталости, и я могу наблюдать, что там я что-то не в настроении, как будто ну, более отстраненно. А самое сложное, долгое время для меня было самым сложным позвонить на охрану и попросить пропустить автомобиль человека. Но я за этим уже разобралась, немножко повзрослела с помощью терапии. Ну, это шутка, конечно. Ну, сложно бывает, когда у человека открывается какой-то очень-очень глубокий процесс, непростой, и когда кажется, что мы никуда не продвинулись. И, ну, тогда мы иногда вынуждены, ну, просто закрываем этот процесс как можем, но... Поскольку, ну, все равно я понимаю, что мы сейчас прошли туда, насколько мы смогли пройти, и я в полном принятии нахожусь этого, но все равно внутри меня есть такое желание причинить добро и сделать все как можно лучше. И немножко мне приходится обходиться с тем, когда это не получилось, когда был процесс очень глубокий, непростой. Иногда требуется все-таки психотерапия следующим этапом, чтобы работать с этим материалом. Ну, наверное, это... не прям как-то очень для меня проблематично, но если вот говорить из всего, что самое сложное, то все-таки вот это. Спасибо. А вопрос к Кариме, как к преподавателю хулы. А танец хулы что дает? Вот если заниматься этой танцевальной практикой, что это дает? Ну, во-первых, эта практика, она исцеляющая, потому, особенно для женщин, потому что мы знаем, что вот подвижность в бедрах, да, она очень важна, особенно для женщин. И, наверное, вы заметили, что постоянно идет покачивание бедрами. Вот это первая сторона исцеляющая. Вторая, то, что очень
укрепляются ноги. Мне даже комплимент сделали однажды в Турции. Говорит, вы, наверное, спортсменка. Я говорю, нет, всего лишь танцую гавайские танцы. Говорит, ноги у вас очень крепкие. И на самом деле вот еще внутреннее исцеление происходит, потому что полностью, пока танцуешь танец, ты полностью в танце. То есть ты как бы уходишь из реальности, ты не можешь думать о каких-то бытовых проблемах, решать, что-то планировать, потому что как только твоя мысль уходит в сторону от танца, танец вот прямо он рушится. То есть именно должно быть полное погружение. Работают два полушария, и правое, и левое. И они работают, потому что ноги не работают синхронно с руками. То есть руки у нас рассказывают что-то, а ноги двигаются совершенно в другом ритме. И постоянно внутри должна идти вот как бы тема танца, да? О чем он? Иначе выбиваешься из ритма. Поэтому получается, что это такой небольшой психотренинг, да? Как бы мы внутри исцеляемся за счет движения и внутренней гармонизации, вот, кроме физической подготовки. Спасибо большое, Александра и Карима, за интересный рассказ, за ваш опыт, вот, за вашу сердечную щедрость. И хочется попросить Кариму представить еще один танец. Очень интересные и красивые гавайские. Да. Наш сегодняшний вечер мы завершаем, и хочется завершить танцем. Не знаю, как для вас, у меня очень быстро время прошло. Да, прям незаметно. И, в общем-то, выяснилось, что гавайские танцы, они имеют даже еще более как бы глубокие слои. Вот следующий танец, который я хочу представить, это танец на слова песни из мультфильма «Моана». Наверное, многие смотрели про путешествие этой девочки. И там, в общем-то, спрятан основной смысл вот гавайцев. Да? Если мы чувствуем как-то неуютно себя, да, и вдруг нам надо куда-то отправиться, мы сначала, как европейцы, сядем и напишем плюсы, минусы, надо мне ехать туда, не надо. А по гавайской традиции нужно следовать за сердцем, то есть нужно сплавать туда, чтобы понять, зачем оно туда рвалось. И вот здесь слова будут на русском языке, но вот Моана как раз поплыла, и, в общем-то, ее предназначение было спасти землю, спасти Гавайи, да, вот Тахити, вернуть сердце Тахити. Так что следуйте за своим сердцем, да, вот будьте в одном ритме, в одном дыхании вместе с ним. И надеюсь, мы обретем то, к чему стремимся и для чего мы рождены. Снова слышу этот шепот прямое, кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. Сто раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак на меня ведет. Мир больших ветров и бескровных вод. Я хочу уплыть, а в глазах, как у тени океан, без тайни. Меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться вдали. Он свет пролет на все то, что там меня так долго ждет, течет. Жизнь на острове беспечна, вечна, людям доставляя радость и день ото дня. Знает каждый, в чем его воля, все играют свои роли, и, может, не пойдет моя.
стану я дождем, поведу народ, будем как святать, как исхода то, только сердце мне не пропоет, что не так со мной. Вижу солнце, путь на волнах, хрустальный, он за собой меня ведет. И я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны, но так вперед. Сделай первый шаг, говори свой страх, а солнце каждый день, как я бескрайний. Алоха. Спасибо вам огромное, дорогие Александра, Карима. Спасибо нашим зрителям, слушателям. Алоха. Да, махало, ну и Ирина, спасибо вам огромное за то, что вы позвали, за то, что есть такая возможность распространить это знание о гавайских практиках. Это действительно прекрасно, это про любовь. Добро пожаловать в Ахану. Алоха. И на этом мы тогда завершаем нашу трансляцию.